человек стоит в ванне, мы даже не можем его сполоснуть. Полностью вода пропадает. Жители Мичуринского уже буквально завалили райисполком письмами и жалобами. Воды в их квартирах либо вовсе нет, либо напор настолько слабый, что пользоваться таким благом цивилизации просто невозможно. Особенно тяжело приходится в вечернее время, когда люди возвращаются с работы. То есть кто-то из них начинает мыться, мы друг другу стучим в стену. Надо кому-то отключить воду, чтобы кому-то помыться или постираться. Причина таких неудобств – в старой водонапорной башне оборудование уже отработало свой срок и не может бесперебойно подавать воду в дома. При этом новая башня уже построена и даже снабжена отдельной артезианской скважиной, но до сих пор не введена в эксплуатацию. Более того, срок строительства объекта стоимостью почти 3,5 миллиарда рублей растянулся на 7 лет. Значительные средства бюджета были вложены в строительство указанного объекта, при этом какого-либо эффекта они не принесли. То есть ни социального, ни экономического эффекта мы не видим здесь. Вместе с тем объект можно рассматривать как социально значимый, ввиду того, что необходимость его строительства была обусловлена снабжением населения этого населенного пункта питьевой водой. По мнению специалистов госконтроля, строительству новой водонапорной станции не было уделено должного внимания на уровне районных властей. Теперь по результатам проверки виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. В управлении капитального строительства в ответ на претензии проверяющих заявили, достроить объект помешали финансовые проблемы и ошибки в расчетах. Объект не был введен по той причине, насосы, которые на артезианской скважине стояли малой производительностью, ну не на высоту 45 метров, которая бурнобашная, воду не смогли подать. Вода где-то на 30 метров подняли, выше не поднималась. Запустить новую башню намерены уже в начале 2016-го. В ближайшее время здесь установят более мощные насосы. Однако и это не гарантирует жителям беззаботного будущего. Строители опасаются, что после подключения домов к новой системе старые сети водоснабжения могут попросту не выдержать сильного давления. Максим Вечерков, Владимир Петенев. Наши новости. Гомельская область.